Более 200 курсантов состязались в испытаниях Центра войн. Эстафеты, сборка декоративных фигур из бумаги, викторина по военной истории, квест-игры и многое другое. По итогу всем курсантам были вручены новогодние подарки. Директор Патриотического Центра войн Чимит Джангаев отметил, что именно воспитание всесторонне развитой молодежи – приоритетное направление в работе Центра. На площадке Детского дворца творчества Центр военно-спортивной подготовки Республики Калмыкия проводит новогоднюю елку для наших воспитанников. Это порядка 300 детей из средних общеобразовательных учреждений города Элисты. Проходит она в новом формате таком, не как классическая елка, да, безусловно, новогодняя елка, она присутствует, но проводим мы ее чуть в другом формате, все-таки они дети у нас взрослые, студенты от 14 до 17 лет. Поэтому проводится она чуть в таком более интересном, то есть в виде квеста. 10 станций они должны будут пройти, по результатам которого они все получат подарки. Подарки тоже будут не классические, как мы уже привыкли, да, мандарины и конфеты. Нет, будут это очень современные, интересные, то есть это будут колонки и всякого рода призы, такие более современные, что интересно для нынешнего поколения.